Я хочу спросить, обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Самые жители Донбасса, которые 8 лет... Я говорю неплохо, я говорю правдиво. Я молчал все 8 лет, чтоб никого там не обидеть. И хоть было что сказать, все эти фразы на репите в голове крутил. Я знал, что придет время говорить, и знал, что это далеко не то, что вы хотите. Но окей, садитесь поудобнее, дорогие зрители. Я 8 лет молчал, потому что я мечтал увидеть родной город снова и всех его жителей. Как после футбола, когда Шахтер стал победитель, Кубка УЕФА народа вышла больше, чем на митинг, чтобы отпраздновать победу, окрасив Донецк в желто-синий. В руках у каждого флаг и радость, что не в России Куба. А у нас не веришь, у кого-нибудь спроси. Из тех, кто был там, если не был, не пизди. И не веди себя как быдло, если ты забыл. Пьяная башка, как тебе не стыдно? Ладно. Евро-2012, помнишь, как было? Я слышал много раз фразу со смехом, мол, не в России, а у нас чемпионат. Ибо нехуй с флагом Украины на Донбасс-арену. На подготовке к Евро стал еще богаче президент, охуевший в край в каждой отрасли схемы. Для предприятий его сына уголь только дешевел, хоть цена добычи выросла вдвойне. Тот, в свою очередь, втридорого реализовывал в стране. Пиздец был неизбежен, там говорят, Майдан виновен. В Донецке продолжалась жизнь, в Киеве пролилась кровь. Но чужое горе не ебет никого далеко. Ведь, кстати, так и до сих пор примера в море. Как этот траур по тем, кто погиб на днях в Донецке. В то время как в Мариуполе геноцид местных погибло за пару недель 2500 людей, таких же, как те 20. Столько мы от Донецка. Ладно, вернемся к Майдану. И наконец я расскажу, о чем молчал все эти 8 лет. Итак, 2013, люди устали жить в нищете. Среднего класса нет, коррупция, беспредел. Президент на перекрестке двух дорог. Справа Россия, слева ЕС, но курс взят на дно. Запахло жареным, Янукович на Ростов. И тут откуда ни возьмись, появился этот Стрелков. Он же Гиркин, и тут пошло, поехало. Триколоры по всему Донбассу и референдумы отжали Крым. Людям внушили бред, что Донбасс — это Россия. Спасибо деду. Так вот, а после я молчал все 8 лет, изучал вопрос. Жаль, одинаково всех мирных, даже если эта вата пропитана спиртом. Пиши: война равно русский мир. А я не требовал референдум и не подымал триколор. Не пел «Вставай, Донбасс», и не звал туда никого. И пока все кричали «Путин, веди войска», говорил Путин «Хуйло». Донецкий рэп не путай с русским, читай между строк. Я молчал 8 лет и держал боль внутри. И даже когда видел из окна, как горит горизонт моего города, я все равно не говорил против Украины ничего. Ничего, ни слова не говорил. Я молчал все 8 лет, чтоб никого там не обидеть. И хоть было что сказать, все эти фразы на репите в голове крутил. Я знал, что придет время говорить, и знал, что это далеко не то, что вы хотите. Я молчал все 8 лет, чтоб никого там не обидеть. И хоть было что сказать, все эти фразы на репите в голове крутил. Я знал, что придет время говорить, и знал, что это далеко не то, что вы хотите. Вы слушать будете или нет? Не будете, да? Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Вы предлагаете их уничтожить? Вот мы туда войдем и скажем, что давайте их всех уничтожим.